Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Как уже не раз рассказывал, на моем участке гостят различные животные. И вот сегодня обнаружил еще одно. Вот такой интересный дракончик. Сейчас раннее утро, собираюсь ехать по делам, и вот он, видимо, с вечера вот здесь пригрелся на капоте и лежит себе, полеживает. Ночи холодные, сейчас холодно, и, видимо, ящерка ждет, когда выглянет солнышко и согреется. Практически не реагирует даже. Холодно ей. Вот она какая. Ну, как известно, эти животные очень любят тепло, без него им никак, поэтому они всегда стараются почерпнуть его из окружающего пространства. Но я ей в этом помогу, не буду ее сейчас трогать. Пока выйду, пока начну поездку, капот нагреется, ящерка тоже согреется и, надеюсь, дальше направится по своим делам. Вот такая симпатичная маленькая ящерица. Но ящерица тоже очень полезное животное, поэтому, конечно, трогать ее не буду. Где-то здесь неподалеку, видимо, она живет. Еще совсем маленькая. Вот такая. Но все равно симпатичная. Сейчас немного поработает двигатель, и ящерке будет потеплее, она согреется. Даже не убегает. Замерзла, бедная. Ящерка немного согрелась, спрыгнула на травку и вот уже направилась по своим делам. Ну, пожелаю ей удачи. Ну, а погода в нашей местности стоит очень интересная. Вот такое небо постоянно уже несколько дней серое. Солнышко едва-едва проглядывает сквозь вот такую мглу. И довольно прохладно. И в самое ближайшее время обещаны дожди. Может, даже сегодня уже начнется сезон дождей на несколько дней. Ну, посмотрим. У природы нет плохой погоды. Ну и в конце, как всегда, пожелаю всем огородникам хороших урожаев, всего самого доброго, до свидания. И чтобы животные нам помогали.